Всем привет, ребят! Я рада вас приветствовать в своем новом видео, и я только что сняла предыдущее, которое, я уверена, вы уже видели на моем канале. Если нет, то обязательно заходите и смотрите. И в этом видео я хочу вам показать процесс создания альбомов, пока я дома, пока мне это делать намного комфортнее тут. И я планирую сделать патриотические альбомы, они должны получиться такие вот стильные, тоже минималистичные, и я очень хочу вам заснять процесс, саму работу, то, как я это делаю, как я буду уже, скажем так, выравнивать блок, делать обложку, потому что я уже блоки шила, дальше вам в следующих кадрах все покажу. И я думаю, что постараюсь также с вами сделать красивые фотографии, все оформить. В целом, надеюсь, что видео получится интересным. Я желаю вам приятного просмотра и предлагаю уже начинать. Сейчас у меня есть готовых вот таких вот два блока. Я оба уже сшила, и один уже проклеила, а один еще не проклеивала. Сейчас использую вот такой вот клей, это название магазина. И клей вот такой вот прозрачный, и нет вообще никакого запаха, то есть он никакой. Пахнет, наверное, совсем немного какой-то запах, знаете, между резиной и что-то похожее на ПВА, но он очень нежный и мягкий. И не, вообще не такой, как момент, потому что момент прям такой резкий запах. Я думаю, все, кто занимается скраплокингом, меня поймут. И вот так вот выглядит проклеенный блок. Сейчас я сфокусирую камеру, секунду. Вот так вот выглядит проклеенный блок этим клеем. Все очень аккуратно получилось. Я считаю, что клей хороший, бумагу не ведет. И я думаю, что хорошая альтернатива. Сейчас вот буду пробовать дальше с ним работать, потому что мой момент заканчивается. И буду проклеивать вот этот вот блок, потому что он не проклеен. Не проклеила, потому что использую свои зажимы сейчас в этом блоке, а больше у меня других нет, чтобы все захватить. Сейчас вам зато покажу сшитый блок. Еще раз повторюсь, что еще ничего не выравнивала, не проклеивала, и буду вот только-только сейчас этим заниматься. И пока этот будет у меня сушиться, я буду заниматься уже этим альбомом. Хочу сделать обложку. Сейчас вам покажу, какие цвета рассматриваю. Мне хочется сделать что-то достаточно такое нежное. Первый, мне кажется, будет бежевого цвета, а второй такого вот зеленого. Мне кажется, цвет достаточно успокаивающий, на мой взгляд. И я думаю, что должно получиться красиво, аккуратно, минималистично. Надпись вам уже показывала в прошлом видео. И уже параллельно, когда буду работать, буду вам демонстрировать, как у меня все получается. И также хочу в этих альбомах сделать кармашки из скраб-бумаги, подобрать тоже похожее по цветам, что-то зеленое и более такое вот бежевое. Тем более у меня бежевые странички. Мне кажется, что будет классно, поэтому предлагаю уже приступать к работе. Сейчас я хочу выровнять свой блок. Я вам его уже только что показывала. Все у меня классно тут проклеилось. И сейчас буду выравнивать. Буду выравнивать только по одной стороне, потому что сшила его ровно. Все у меня тут прекрасно вроде бы. И поэтому хочу выровнять только одну сторону. Сейчас подвину свои зажимы и буду пробовать выравнивать. Думаю, буду брать совсем немного. Тут вот у меня, в принципе, видно, где вот у меня нужно выровнять. И сейчас будем с вами пробовать. Только что за кадром хотела поменять лезвие и уже успела порезать себе палец. Сейчас буду стараться делать все аккуратно, чтобы ничего не запачкать, и надеюсь, что скоро все пройдет. Свой блок, и вот такой вот он у меня получился. Сейчас я планирую скруглить углы и также буду дальше делать уже замеры на обложку, обтягивать обложку, переводить надписи и так далее. И также параллельно сейчас буду уже ложить на просушивание тот второй блок, который я вам тоже уже показывала.
Также, пока не забыла, хочу сказать один нюанс о выравнивании. Когда-то очень давно мне написали комментарий, что пробовали тоже вот так вот подпиливать альбом, и тогда очень сильно махрилась бумага. Если у вас тоже есть такая проблема, то просто попробуйте использовать бумагу большей плотности, например, 300 грамм, и тогда будет все отлично. Как вы можете видеть, у меня нормальный идеальный срез. Сейчас также скруглю углы, и уже потом вам покажу, скажем так, свой готовый блок. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of. Что я уже обтянула свою обложку замши, и вот так вот у меня получилась такая вот заготовочка. Я еще здесь решила оставить зажимы, потому что уголки только недавно сделала, уже обрезала и хочу полностью зафиксировать. Обложка внешне выглядит вот таким вот образом. Осталось перевести надпись, все прогладить, чтобы было полностью все идеально ровно, и думаю, уже потом буду вклеивать блок в обложку и покажу вам конечный результат.
Я решила, что конкретно в этом альбоме хочу использовать вот эту вот надпись Home. И я думаю, что сочетание с бежевым цветом будет смотреться очень уютно, классно и передавать, скажем так, весь смысл этой надписи. Поэтому сейчас буду заниматься уже переводом и покажу вам, как у меня все получилось. Надпись я уже перевела, и вот так вот у меня получилось. Я думаю, что очень-очень красиво, классно, и мне нравится, что сохранен мой стиль. И сейчас я уже хочу его полностью доделать. Также я поискала у себя разные обрезки бумаги, и хочу потом подобрать, что будет больше всего подходить на кармашки. Тут у меня бумага с самыми различными дизайнами, и я планирую использовать в любом случае какую-то вот нейтральную сторону. Мне кажется, что в этом альбоме кармашки будут какие-то светлые, но пока еще не знаю какие, но больше всего я пока склоняюсь, наверное, к вот этим вот розам. Мне кажется, что в целом должно будет подходить. Потом уже, когда вклею блок, буду смотреть по ситуации, потому что, возможно, даже лучше будет использовать. Хотя нет, мне так не очень нравится. Я думаю, что буду использовать или вот этот вот дизайн, или именно розы конкретно, потому что остальное мне не слишком нравится в сочетании с вот этим вот альбомом. А вообще буду смотреть по ситуации, но повторюсь, что пока склоняюсь именно к вот этому вот. Полностью закончила. Вот такой вот красавчик у меня получился. Очень компактный, маленький. И вот так вот альбом выглядит сверху, если смотреть. Также вот такой вот низ у меня получился. Альбом очень-очень аккуратный, классный. Думаю, немного позже вам засниму полный обзор. Вот такие вот кармашки я выбрала. В прошлых кадрах вы видели процесс, как я их подготавливала уже к приклеиванию. Мне кажется, что все очень классно сочетается. В альбоме достаточно много страниц, можно поместить небольшие снимки. И я очень надеюсь, что альбом очень скоро найдет свой дом, потому что сейчас он в наличии. Поэтому, если кто-то заинтересовался, то буду рада вам его отправить. А в следующих кадрах вы уже увидите сам обзор полностью. И, в принципе, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Следующий альбом на такую же тематику я вам уже покажу потом. Я хочу заснять этот ролик отдельно. Решила все-таки разделить, и мне кажется, что так будет интереснее. Поэтому благодарна вам за просмотр и всем пока!